В администрации Твери прошла церемония награждения победителей и призеров традиционного смотра конкурса на лучшее праздничное оформление объектов потребительского рынка Твери к Новому году и к Рождеству. Специальная комиссия оценивала готовность объектов потребительского рынка по нескольким критериям. В частности, это декоративно-художественное и световое оформление витрин, входных зон, наличие новогодней атрибутики на прилегающей территории, оформленные светодиодными гирляндами деревья, живые или искусственные ели. Администрация города более 15 лет поощряет представителей бизнеса, которым важен облик родного города. Предприниматели, украшающих входные группы своих кафе, ресторанов, магазинов, салонов красоты, а также торговые зоны и рабочие места сотрудников. В этом году дипломы и подарки за первое, второе и третье места получили 19 предпринимателей.